Сейчас, через 3 секунды начнется. Я, короче, здесь живу не просто так на халяву. Я чувствую себя, у нас взаимовыгодные хозяйственные отношения. Взаимовыгодные отношения. Я чувствую себя отцом семьи. Элиза, как дочь мне. А я как сын Наталье. Ну, возможно, будущий муж. Короче, я чувствую себя как в семье здесь, родным. Я чувствую себя сейчас таким счастливым. Потому что со мной общается Никита из психушки. Здесь тепло, хоть и дождь прошел. Я покупаю продукты, несу домой, словно я муж в семье. Как будто я в общине, в коммуне.